Еще раз всем привет. Сегодня у меня в продаже вот такая вот коробочка. Коробочка самодельная. Кусочки дерева да картон. А в этой коробочке лежит такая интересная новая вещь. Сейчас посмотрим, что это такое. Лежит тут паспорт. Сейчас прочитаю. Так, паспорт. Это центр вращающийся. Так, МНЕ, ла-ла-ла. Адрес. Сделана эта штука в Саранске. Так, ну, судя по всему, она где-то применяется на каких-то станках. Так, еще раз, называется эта штука центр вращающийся. Вот она такая вот тут вот лежит в советской еще обвертке, в солидоле. Вот такая вот фигнюшечка. Новенькая, абсолютно новенькая, жирненькая, тяжеленькая штука. Будет у меня сегодня продажа, как всегда, с 1 гривны, без резерва. Длина, высота ее 20 сантиметров. Так, здесь у нас 7 сантиметров. Вот такая вот пика, назовем ее пика. Будет у меня в продаже. Заходим, делаем ставки. Упакую, допакую эту коробочку еще в одну коробочку и красиво вышлю победителю торгов. Еще раз напомню, все вещи отпускаю с гривны. Может, кому-то повезет и кто-то купит ее за гривну, а может быть за 20.